Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Воу-воу-воу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната, выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя, участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай. Виталий Старк не обманет. Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Дорогие мои, вы проявляете на каждом ролике активность, быстро набираете 1000 лайков, поэтому я вам благодарен. И сегодня я, кстати, не один, со мной главный администратор Black сервера Джосеп Стоун. Всем привет. Всем привет, он вам сказал, лайк поставил, доказал. Йоу. Короче, лайкаем, и мы врываемся сегодня в организацию армии, как будто взлом, да, но сами понимаете, что многие думают, что мы реальные там лидеры, девятки, заместители, поэтому будет все четко, будет весело и угарно. Вы сами прекрасно знаете, в предыдущей серии, когда кто смотрел, взлом админ... Ой, взлом админ... Дима, ты ничего не слышал? Это просто слетело. Взлом лидера. Ты зачем меня убил? Я зайти не мог потом. Че он все портит? Ты все спортил. Все, ребят, короче, вы поняли, что будет уже весело, поэтому приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Короче, переодеваемся с главным администратором. Сегодня мы... Ой, а у меня костюм этого. Меня не поймут, что я подполковник, что я девятка. Сейчас. Короче, со мной сегодня также главный администратор Дима. Дима. Всем привет. Понял, всем привет. Сейчас меня переоденут. Вот, все. Все. Вольно, боец. Боец, вы как обращаетесь по званию, товарищ боец? Ну-ка, кругом. 10 кругов вокруг как казармы. Бегом марш. 10 кругов, уважаемый. А ты переоденься. Глухомань, ё-мо. А ты переоденься, Дим. Я переодет. В смысле? Не знаю, почему. Ты в своем костюме этого. Никоглая. Ты в этом, Никоглая. Ты будешь одеваться? Во. Нормально. Так, как сейчас строить буду? Общее построение на плаце должно быть 114 человек. Образно напишу. Кого нету, уволены. Смотри, курит в глаза. Ну-ка встал, боец. Встал, живо, быстрее! Живо, быстрее! Боец! Ну-ка, упор лежа принять! 20 приседаний! Упор лежа принять! 20 приседаний! Это как? Упор лежа принять! 20 приседаний! Еще раз, боец! Увидим, что ты здесь куришь! Будешь... Уволен, сначала будешь толчки драить, потом будешь уволен. Понял меня, боец? Так точно. Сочно, боец. Все, пойдем на плац. Сейчас суета. Смотри, все прибегают. Еще, кстати, приседает. Пускай приседает, правильно. Так, ой, здесь дневальный. Равняйсь! Смирно! Где команда Смирно? Начальство идет. Бойцы! У нас в армии, я хотя бы по полиции служил, но там прям, если офицер заходит, прям Смирно! Бойцы втыкают, ё-моё, наверное, устав учат, ладно.
Устав учит, Дим. Да, да, учит. Пойдем отсюда. Будущие ефрейтора. Да-да-да. Максимум. Нормально, строится, строится. Где 114 человек? Не знаю. Так, и строя вообще не разговаривать, пока мы не сказали. Всем встать в строй, еще одно неловкое движение, будете уволены. Быстрее в строй. Ко мне не подходим, встать в строй, товарищи бойцы. Быстрее. Ты. У тебя отдельное предложение? Сейчас. Я просто хочу сравнить, смогу ли я вот этот вообще натиск, вот этот онлайн вообще выдержать. Потому что, как я наблюдал, тут подполковник молодой был, он вообще не вывозил, не справлялся. Еще раз повторяю, товарищи бойцы, кто ко мне подойдет, будет уволен, понижен. Диего, три круга вокруг плаца, бегом. Три круга вокруг плаца, Диего. Я считаю, Диего, считаю до трех. Раз, два, три круга вокруг плаца. Еще раз повторить. Три круга вокруг плаца, Диего, побежал. Быстрее, а эти что побежали? Это стадный инстинкт называется. В армии он присутствует. Так что не будьте стадом, встали в строй, Александр. Они вообще не вдупляют, что происходит ночью, когда рабочий день сейчас закончится, короче. Кстати, у меня сегодня вопрос задавали по поводу... они сказали, что у них кодекс в полиции вроде совсем отличается с кодексом на форуме. И они спрашивали, к какому кодексу нам вообще прислушиваться. Ты не в курсе? Ну, кодексу, который в игре. В игре, да? На форуме будет обновлен кодекс, который... На форуме будет, который сейчас и в игре. Только его обновить осталось. Так, сейчас кто около меня? Все присели, быстрее! Все присели, кто около меня? Около меня кто? Присели? Присели, Егор? Егор, сидеть! Сидеть, Егор! И как курочки в строй, бегом, курочки рябы, кукарекаем, строй, быстрее. А вот это, а это Чарлис, это что у нас, кто? ГС, ой, за ГС, ОПГ. Нормально. Что здесь, смотри, офицеров развелось. Так, Анатолий, Чарлис, 10 приседаний, покажите бойцам, как нужно правильно приседать. Стоп, а Анатолий это ЗГА? Да. Нормально, надо все покачать. Быстрее, Анатолий, медленно отжимаемся. Показывай пример. Бойцы, а теперь все дружно. Покажите пример Анатолию, как нужно фигать. Смотри, Чарльз, еще раз, Чарльз, покажи. Смотри, смотри. Вот так надо отжиматься. Во, Чарлис, вы сегодня будете награждены. Сегодня вы не пойдете на туалеты. Сегодня вы пойдете на туалеты. Сегодня на туалеты идет самый худший боец нашего подразделения, который не может правильно приседать, Анатолий Пятак. Сегодня отправляется на толчки. Сегодня он нам покажет мастер-класс. Правильно, товарищ Анатолий? Давай его по полному раскатаем. Давай. Так точно? Отлично. Так, разговорчики в строю. Сейчас, сейчас, что? Вы бредите, что ли, товарищ боец? Ну-ка, встань в строй. Итак, товарищи бойцы, сегодня мы научимся с вами здороваться старшим составом. Когда ваш командир... Или кто там, полковник или подполковник, выходит перед строем, все дружно орём в /S. Здравия желаем, товарищ полковник. Давайте потренируемся. На счёт 3 кричим: здравия желаю, товарищ полковник. Раз, два, три. Огонь. Все, отлично, отлично. Теперь послушаем Анатолия Пятака. Так. Вот, видите, точно на туалет пойдет. Сказал же, здравия желаю, товарищ полковник. Он написал, здравия желаю. Точно, сегодня вы отправляетесь на туалеты, товарищ Анатолий Пятак.
Ну здесь согласитесь, уже мы все видели, что вы сегодня худший сотрудник воинской части. Он нас простит? Не знаю, наверное. Алло, а чё вы? Анатолий Пятак лох. Слышал? У вас такой настрой непонятный. Ты слышал? А чё вы так построились? Станьте нормально строить. Анатолий Пятак лох говорит. Анатолий, вас даже рядовой назвал. Толя, это не только админы знают. Я ваш ребенок. Смотри, он меня убил, я звездочка. Я звездочка, пацаны. Я звездочка. Он там чёрт побежал, как бешеный. Дим, я звездочка? Да, он чёрт, срочно. Я звездочка. Так, ладно. Все, рты свои закрыли, товарищи бойцы. Сегодня у нас будет спецоперация. Сегодня мы, прежде чем заступить на боевой пост, у нас могут быть потери. Сегодня Анатолий Пятак нам сообщил о том, что у него был запор от столовой. Кто был повара сегодня в столовой? Дим, сейчас я чё, я в бану лечу. Который готовил именно ты, боец. Выйти из строя. Встать в строй, еще раз повторю, не увольняем просто так. Мы еще твое дело не закрыли, встать в строй. Товарищ полковник! Слушаю вас, товарищ Пискля. А что такое не тут? Мама, я не тут. Так, что ты, представляешь, меня чуть-чуть загонять, сейчас. Товарищ полковник. Так, рты все закрыли, через три. Что он мне говорит, ты слышишь? Подняй, потом делай, что хочешь. Смотри, сейчас. Я по уставу, я тебя не слушаюсь. Три выговора за то, что не через три минуты, кто от меня не отходит, получает по выговору тире увольнение. Считаю до трех. Раз. Два. Андрей, вы особенный, что ли? Вы сейчас получите выговор, Андрюша. А говорить можно? Я сказал, рты закрыли все, товарищи бойцы. У нас спецзадание, вы должны услышать то, что мы до вас донесем. Так, Айдар, вам по какому языку сказать, чтобы вы меня поняли и встали в строй? Считаю до трех. Раз, два. Это что, это построение на увольнение, что ли, или что, я не пойму? Сейчас будут увалы. Нам в армии неадекватные люди не нужны. Повторюсь еще раз. Нам в армии не нужны. А в Ютубе адекватные люди надо? Вы первый, который сейчас будете уволены. Вы меня услышали, товарищ красноголовый? А что такое? Я принципиально вас не уволю, товарищ боец. 20 кругов по плацу сделаете, получите увольнение. Молодец, ожидай жалобу на форму. Всего хорошего. Смотри, слышал, Дим? Дим, слышал? Да, слышал, надо спокойно за МГ выйти. 20 кругов вокруг плаца, боец. Живее! Есть. А то хорошее слово. Пойдешь нахуй. Смотри! Боец, 20 кругов. Встать в строй, остальные! Встать в строй! Считай до трех. Раз. Два. Три. Вы что, товарищ боец, не понимаете, что дисциплина сейчас настраивается в лучшую сторону, товарищ боец? Вас кто в армию принял с белым билетом? Ты принял, я тебя поздравляю, видимо, у тебя глаза не помнят. Увольняй. Товарищ боец, скажите дату точную вашего принятия. Пакет. Еще раз, один раз ты пикнешь что-нибудь, товарищ боец, пойдешь драить толчки вместе с Анатолием Пятаком. Прямо сейчас, понял? Так точно, товарищ.
товарищ полковник, а не товарищ нам. Где там этот? Мне он нравится. Так, товарищ боец, вы меня не поняли, что ли? Пока что на вы с вами общаюсь. 20 приседаний и 20 кругов по круг плаца. Бегом марш. А ему кто мут-то дал? Можно пойти покакать. Адекватное общение голосового выдали. Блин. Ну ладно. Так. У нас ОПГ Арзамас напали, передали. Арзамас ОПГ? Да. А как, у нас оружия нету, может пойдем отщемим? Надо проверить, есть они там? Мы сейчас толпой их за это. Я думаю, толпой будет легче всего без оружия. Без оружия? Они сами убивают. Так, да, товарищи, на нас напали ОПГ, сообщили. Все бегом марш в атаку, кричим ура, пугаем их. В рукопашку! Оружия нет, не боимся, побежали, быстрее, ура, кричим, ура за родину, давайте, быстрее! Чё меня окружили? Уволю сейчас! Быстрее, бежим! А ты где, Дим? Я бегу самый первый. Отлично! Где они? А куда ты бежишь-то, на выход или к складу? Okay. Отлично, всё, мы сейчас бежим, сейчас всё будет. Ура, все кричат ура, ура, ура! Такого еще не было с такой толпы. Ура! Я не слышу. Ура! Все кричим. Ура! За родину! Вон они. Давай. За родину. Смотри. Валим. За родину! Давай, добивай его. В лоб ему. Давай. Че, товарищ? За Кавказ. За Россию. Чарльз, не позорься, пожалуйста. А как стрелять? Товарищ полковник, стойте! Товарищ полковник, подождите! Во, смотри, они сваливают! Они сваливают! Товарищ полковник! Слушаю вас! Оружия нету! Оружия нету! В рукопашку дерешься! Упал, ползешь и воюешь! От 45-м! Оружие выбрасывай! Ой, я успел делать скрин! Вон они, вон он в маске стоит. Давайте его захватим, стоп, не стреляйте, он сми... Так, Роман. Ёперный городовой. Сейчас они дремить будут, сейчас, стоп. Все, стоять, на пост. Хватит всех расстреливать, на пост все. Стой, в плен его берем. Я сейчас тебе оружие запихну, знаешь куда? Уберите свои ноги от него тухлые, в сапоги провоняли, уберите от него тухлые лапы свои, товарищи бойцы. Я его реанимирую. Дайте человеку реанимировать человека-то, ё-моё, человека. Дайте отреанимировать. Давайте, берем человека, кого там надо было захватить, кто в ОПГ был? А почему вы лежите? Они устали воевать. Смотри, дай... Ты слышал? Да. Кто Виталий убил, я сейчас скажу их. Кто меня убил, я стою здесь, товарищ боец. Извините, Виталий, вы просто любите убить звездочки. Сейчас, мне понравился. Товарищ полковник, подойдите сюда. Я и так тут стою. Подойдите сюда ко мне, пожалуйста. Я боюсь вас. Ко мне, вот я буду. Или нашего вот полковника я. Номер 2. Товарищ полковник, идите сюда. Не выполнили спецзадание. Что там? Идите сюда. Товарищи бойцы, вы оружие достаньте, а то здесь этот боец Иван или как его там? Виталий, смотрите, мне кажется, или смотрите. Магомед Кадыров, что ты тут делаешь? Что происходит? Виталий, мне кажется, второго полковника, именно Дмитрия Мудрого, убили. Ну, то есть, когда он выполнял спецзадание. Я надеюсь, его наши убили. Ну да, Team Kill есть. Дим, тебя что, свои убили? Ура! Ребята, вы все служите. Ура! Товарищ полковник Витуля Стурк, подойдите сюда. Вы очень много разговариваете. Все, все закрыли свои ротики. И сейчас за мной шагом марш. Можно маску заляшку. Боец, вы что не сделаете? Дим, ну, фото на память, то, что я так, все в строй, быстрее. Строимся здесь, по линии дороги. Встаем здесь в строй. Строимся, у меня важное для вас сообщение. Для вас важное сообщение. Строимся.
Я вас сейчас уволю за неадекватство, Ваня. Строимся. Рот закрой, пожалуйста. Итак, строй, встаем быстрее, считаю до двух. Раз. Два. Вас уволить, товарищи? Встаньте в строй. Вот я не понимаю, почему они не понимают вот с первого раза? Насколько надо быть вот... И чё, вот, YouTube снимаю, вот, ну чё за бред? Итак, всем тихо. Сегодня на выполнение боевого задания погиб полковник армии. Как у тебя ник? Стоун. Джозеф Стоун. Джозеф Стоун. Давайте... Подождите, Виталий, по-моему, здесь не по лавке, потому что он, короче, произошла реинкарнация, и вот он стоит в строю. А, сори, виноват. Его, по-моему, его понизили, он умер, его понизили. Он вообще ничего не помнит, вы понимаете, он стал... Все. А, у него его контузило. Его контузило, он ничего не понял, а чтобы ранкому и денег много не платить, мы его понизили до первого ранга. Правильно, правильно, я поддерживаю. Теперь он думает, что он боец, как и был рядовым, так и остался. Да. Теперь я могу управлять своим просто начальством. Джозеф Стоун упал, отжался. Джозеф Стоун сейчас снял. Джозеф Стоун упал, отжался. Мне интересно, что не будет сейчас. Это кто? Упал, отжался. Не вижу приседаний и отжиманий. Смотри, смотри. Дим, давай прикольнемся. А ты можешь его уволить с организации? Товарищ полковник Чарльз Кинг, подождите, пожалуйста. Чарльз. Что за стол? Почему у вас аксессуары на спине? Главного админа качают просто. Я сказал, что встану. Так, встаньте все в строй остальные. Стоит перед строем только начальство. Встаньте в строй. Перед строем остаются я и Чарльз Кинг, остальные в строй. Анатолий Пятак сегодня на толчках, поэтому в строю стоит. Мы этот момент увидим сегодня. Я вам обязательно покажу, как нам Анатолий Пятак будет мыть туалет. А мы ему еще ложку дадим, чтобы он ложкой чистил. Нет, зубной щеткой чистят. И потом будет зубы еще чистить. Итак. Товарищи бойцы, сегодня ответственный момент, когда полковник армии стал овощем. И он этого не понимает. Он стоит с вами в строю, он не понимает этого. Что будем делать? Кем он стал овощем? Говорю, Чарльз Кинг назначается сейчас главнокомандующим над Джозеф Стоун. Ура! Ну что, Джозеф Стоун, сейчас мы с вами и поговорим. Так, все слушаем внимательно. Вторым человеком, который будет помогать мыть туалеты Анатолию Пятаку, назначается Джозеф Стоун. Дим! Разрешите обратиться? Так точно! Чарльза Кинга. Сейчас у полковника на лице надет маска какой-то. А по уставу не разрешено. После строя я выдаю вам зубные щетки, и вы идете чистить туалет. А давайте это сделаем сейчас. Где Анатолий Пятак? А вот он сзади меня, красавчик. Он решил убежать. Так. Он убегает от демобилизации. Он убегает от демобилизации. Ты не уйдешь от демобилизации. Я на тобой побежал. Сейчас я тебе да, 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 толпой. Так, сейчас будет мастер-класс от Джозефа. Короче, Ване, я... Давай Ване мут дадим за неадвокация, он меня задолбал уже. Он все портит, просто орет, у него микрофон. Где этот красавчик Джозеф Стоун? Короче, я ему мут даю, ладно? Какой у него? Где он? Блин, где Джозеф Стоун? Ладно, сейчас крикнет. Так, сейчас, товарищи бойцы, сейчас мы пройдем в нашу казарму, в туалет,
нам Анатолий Пятак и Джосеп Стоун покажут мастер-класс. Бегом марш в расположение роты. Быстрее, товарищи бойцы, в расположение роты, в казарму. Бегом марш. Джосеп Стоун, подождите, Джосеп Стоун бежит впереди всей роты. Давайте, я замыкающий. Побежали, побежали, побежали вперед. Быстрее, чё стоим? Чё стоим? Еще раз спрашиваю. Бежим. А здесь есть туалет, Дим, не знаешь? Да, вроде есть, не помню. Хотя бы посмотреть. Мне надо, чтобы Анатолия Пятака закачать прям. Чтобы он зубную щеточкой там это подравил немножечко. Кстати, ты смотрел эту новую систему Фомы? А? Новую систему Фомы понравилась? Да, смотрел, прикольно. Я вообще, я еще обнову ни разу не смотрел, представляешь? Ты чистить хочешь? Товарищ подполковник Чарлис! Там и... Я полковник. А? А в этот, в игровом клубе играл? Где-то гитара. Да, там что на грузе, но там танцы. Я не соблюдаю устав. Не знаю, может потом... Выговор! Задолбал ты, Ваня. Снятие. Ваня! Ваня! Еще одно слово я от тебя услышу. Еще одно слово от тебя услышу. Ты будешь наказан. Я тебе серьезно говорю. Виталий Старк, а вы представляете, что сейчас мне Джозеф Стоун сказал? Ну-ка, ну-ка. Он сказал, что он меня снимет. Представляете? Вот вы просто представьте. Надеюсь, с админки. И ты будешь полковником в армии. Не надо. Я только недавно на четвертый лаву полосился. Так, бойцы, в казарму, в казарму, быстрее. Так. А где же за Стоун? Кому я щетку там давал? Так, в казарму, бойцы. Здесь туалет есть, товарищи бойцы? Я думаю, должен. Туалет, в туалет. Подождите, я вижу только одного, кто должен туалет мыть, а где второй? А, вот он, сладенький. Куда побежал? Так, я могу показать. Давайте, покажите, где туалеты. Нам покажут мастер-класс. Виталий, Виталий, Виталий. А здесь, а что здесь тогда мыть? А что тогда они драть-то будут? Чарлис, тут говорят, что туалета пускай нет у них. Они весь плац. Да, они весь плац засали. Тут туалета нет, тогда они срут. Поступим по-другому. Они сейчас возьмут тряпочку и начистят нам просто обувь тогда. Это жестко, жестко очень. Давай каждому, все построятся, а не каждому. Смотри, смотри, смотри. Смотри, ты говоришь, надрать тряпочку для... Все в строй, без лишних разговоров. Товарищи бойцы, все встали в строй. Быстрее, у вас 5 секунд. Считаю до 5, кто не встает в строй. 5 секунд, либо каждый понижается просто сразу же. Считаем до 5. Раз. Кто встает, не встает в строй, сразу понижается. 2. 3, 4. Анатолий, вам лично приглашение в строй дать? Ну-ка, Чарлис, разберитесь. Подождите, я сейчас ему тряпочку выдам, и все будет хорошо. А подождите, а где второй боец, который должен тут обувь чистить? Я вот строй проверяю. Мне кажется, он Дима, сбежал. Дима, а ты где? Я думаю, его надо объявить в розыск, а то, что он просто дезертир. Он тебя вообще не видит. Чарлис, протрите глаза и посмотрите получше. Ты реально в строю? Так, сейчас, секундочку. Да, я в строю. А где Джозеф Стоун? Я не вижу. А вот он пришел, сладкий. Джозеф Стоун в строй. Я специально вышел в строй, чтобы вы меня увидели. А мне кажется, вы хотели от нас спрятаться. Не Данил, так, считаю... Джозеф Стоун. Ой. У нас один лишний. Так, ребят. А почему я... Я сейчас объявлю. Я, короче, убил... Какие бойцы должны выйти из строя? Из строя выходят Джозеф Стоун и Анатолий Пятак. Все в строй встаньте, еще раз говорю. Все в строй встаньте. На счет три увольняю. По решению меня, соответственно, и Виталий Старка, у вас спецзадание. Кто меня убил, я ему сейчас... А чё, кто Чарльз убил? Не знаю. А чё, вам плохо, что ли? А он не может разговаривать. Реанимируйте, да. Реанимируйте кто-нибудь Чарльза.
У кого есть адреналин? Все, продолжайте командование. Блин, извините, я в каком-то... Ай, блин, что ж такое? Ой, что происходит? Извините, я отлучусь на пару минут. Это не нас, подполковник. У него были... Я отлучусь, извините, я отлучу. Итак, салам. Блин, вы двое встаньте в строй, все встали в строй, одни вы нет. Хорошо, считай до трех, быстрее. Хорошо, вам тоже отдельное приглашение, Анатолий, в строй или как? Встать в строй, товарищ, встать в строй, считаю до двух. В строй встаем, быстрее. В строй встаем, считаю до двух, раз. Соответственно, ребят, хотел бы кое-что объявить. В нашем составе появился дезертир. Он убивает своих сокомандников, соответственно. Сейчас я найду этого человечка. А вот он стоит. Прямо передо мной. Это Джозеф Стоун? Да, он берет, убивает своих сокомандников, соответственно. Это ты его убил? Я считаю, надо расстрелять. Давайте давайте сначала он помоет ботинки всем, а потом с Анатолием, а потом мы их расстреляем точно потом все вместе. К стене поставим. Да. Давайте, да. Крутая ситуация будет. Давайте. Так, ребят, у кого с собой есть тряпочки, чтобы выдать Джозефу Стоуну и Анатолию Пятаку? Так, стоим, не дергаемся. Все, кто стоит в строю, красавчики. Все, стойте, сейчас будет очень весело. Анатолию Пятаку, пожалуйста. Анатолий Пятак тоже в строю? Где они? Так. А где Анатолий Пятак? С собой. Вот он. Вот он стоит, понизили его. Короче, Анатолий, берем тряпочки и бойцам показываем пример, как нужно обувь чистить. Каждому нужно, чтобы они у них блестели. А потом вы идете на расстрел. Или на. За дезертирство. Так, смотрим. Смотрите, Чарлис. Один начал. Ага, а где второй? А вот второй. Джозеф Стоун из строя. Из строя Джозеф Стоун. Не заставляйте меня злиться. Дим, а ты запоминай. Он у тебя повышение будет просить. Я понял. Анатолий, очень медленно работаем. Быстрее. Еще там человек 40 впереди. Встаньте в строй, остальные. Не ходите около меня. Сахар в строй. Немедленно. А где... Так, Чарлис, я что-то не вижу. Что там? А вот он стоит. Он без тряпки вроде. Сейчас я ему тряпку выдам. Анатолий вкалывает, смотри, быстрее, Анатолий. А вы все говорите, молодец. Толечка, молодец, Толечка хороший. Он мне не помог. Ну и чё, зато у нас на сервере весело. Админы могут как-нибудь поднять настроение игрокам. Супер. Виталий, у меня Толи еще в лоб дали. Виталь, видео. Да, Виталь. Тишина в зале. Хорошо. Ладно, кто стоит. Так, Анатолий, молодец. Что там это? Чарлис, что там? Ой, как хорошо. Его в больницу отправили. Он мне не помыл. Берцы. Анатолий. Анатолий, там бойцу не помыли берцы. Где Анатолий? Мне не помыли. Вон там. Теперь парень стал звездочкой. С первого удара просто вынес его. Помыл, говорил. Нет, ты не помыл. Мне не помыли берцы. Ты почистил ему рожу, я чувствую. Не помыл его. Мне не помыли
Так, отлично. Так, товарищи бойцы, у кого есть оружие, строимся вот здесь вот. Сейчас я только выйду, у меня что-то случилось. Дим, что-то у меня... Что-то у меня нету... вот появился, все. У кого оружие, строимся вот здесь, по белой линии. Оружие в руку берем, строимся. У кого оружие? Сказал, только у кого оружие есть. У меня нет оружия, я бомж. У кого нету оружия, встаем в тот строй, будут наблюдать за происходящим. Быстрее. У меня нет оружия. Вот только сказал, твою налево. Виталий, сделайте, пожалуйста, две лекции, я уже второй день жду. Виталий, открой склад, Виталий, открой склад. Встаньте в строй, встаньте в строй, ничего не говорите вообще, кроме тех людей, которые с оружием. Так, товарищи бойцы. Да. Анатолий, так, да встаньте в строй, считаю до двух. Раз, два, кто не в строй, не в строю, уволено. Че, не понимаете, что ли? У вас оружия нету. В какой вы строй встали? Вы че? Я не понимаю. Вы как вообще головой дружите? Нет, товарищи бойцы. Ты, пожалуйста, так. Типа... Анатолий Пятак. Встаем вот сюда. Вот сюда встаем на эту белую линию. Вот сюда, Анатолий. Вот так. Встаем сюда. Товарищи бойцы, кругом. Взять оружие в руки, прицелиться. Сегодня. Анатолий... А где? Мне нужен Чарлис. Сейчас, ожидаем, никто не стреляет. Руди, быстро отсюда, здесь поле боя будет. Быстро. Так, а где Чарлис-то? Иди, Чарлис. А его нет. Твою налево. Сегодня. Ну-ка, убейте вот этого красноголового. Он нам не нужен. Все, сегодня у нас Анатолий Пятак и Джозеф Стоун. Ты что, тоже в строй? Ладно, а давай не, я тоже встану. Короче, концовочка нормальная такая. И Виталий Старк признаны предателями. И они не являются начальниками воинской части. АГМ выключить, товарищи админы. Ни у кого АГМ? Во, все. Итак, товарищи бойцы, мы с вами прощаемся. Спасибо вам за службу, но предателей нужно расстрелять. Огонь. Меня первого вынесли, и вас тоже. У меня чисто все патроны. Меня просто первого, я первый упал, потом, короче, рядом со мной кто стоял? Этот... Смотри, что там происходит. Они всех убивают. Они просто меня добили. Убили. Там просто пипец. А я не могу, когда я труп, ждать помощь нажму? Медики не приедут. Смотри, что там происходит. Они всех расстреляли просто. Ты прикинь. Смотри. Селфи делает. А ты там еще? Ну да. Ты смотри, что там происходит. Капец. Не, я чую, им понравилось. Интересно, насколько данный ролик получился. Ладно, ребят, на этом мы закончим данную серию. Она получилась очень долгой, мы посмеялись. Было очень весело, интересно. Спасибо там главному администратору, что с нами побыл. Да, Дим? Да. На этой ноте мы с вами прощаемся. На связи был Виталий Старк и главный администратор Black сервера. Да, всем пока. Да, всем пока. Давайте, удачи. Видео просмотрено. Подписка плюс.